сюда в лес, в бамбуковый приехать. Но, скорее всего, не поедем, потому что сюда добираться не очень удобно. И стоять, не сказать, что есть где. Но красиво, зараза. Красиво. Мы выезжаем. Время 5 часов вечера, а мы поехали сюда где-то в 12 часов дня. 4-5 часов у нас ушло на сборы внутри города, на докупку вещей, которые нам эти собаки не дали. Но зато сейчас мы едем, и это прям целый трактор. Можно такое эхо говорить. Эгэгэй! Зала-зала! Круто вообще! Круто вообще! Это наш дома. Дом. Дом. That's right. Это наш дом. Угу. Моя баржа. Ощущение, как будто плывешь на лодке. Прокладываешь курс. И потом такой поплыл. Дальнобойщик. Море? Море, да. Like on a boat, baby, на море. И вот мы проснулись. Тут у нас всякие зарядки, гаджеты. Проходим мимо. Выходим из комнаты. Налево у нас тут чайник кипятится, кофе сейчас будем пить. Там у нас душ, туалет. Такой унитаз, душ, места достаточно. Но выглядит, конечно, шире, чем в реальной жизни, но на самом деле отлично в реальной жизни. Выходим. Тут у нас столик. Столик со всяким барахлом, где мы кушаем. Тут у нас вещи сушатся. Немного бардак, но да ладно. Тут мы выходим, у нас тут подъемная ступенька, а тут сидит счастливая Хелена. Привет, Хелена! Санек made the perfect breakfast. Санек уже завтрак приготовил, да? Хорошо. Вкусно. Красиво, да? Вкусно? Все хорошо. И там вот у нас уже такие горы стоят в тумане. Ну вот, утренняя эпопея с приготовлением завтрака закончилась. С этой стороны очень близко там будет речка. Прям вот там. Мы туда и выйдем. Сюда мы приехали вчера поздней ночью. Вид уже особо и не искали. Лишь бы куда-нибудь запарковаться. Но тут куда ни плюнь, видимо, везде хороший вид. Поэтому отлично. Отлично. Вот там речка шумит. Какая-то бабушка или дедушка копается в земле, ковыряются в огородах. И вот там течет ручей. Несмотря на какие-то недостатки, путешествие в доме на колесах, а они определенно есть, особенно в сравнении с Китаем, когда можно комфортно от отеля до отеля передвигаться на такси. Но вот это вот утренняя прелесть. Завтраков прямо на природе, она, конечно, достижима. Но не так интересно. А сейчас прям кайф. Я чрезвычайно доволен. Хорошо. Мы катаемся. Я катаюсь. И смотрю на полноводные реки. Не кислое такое половодье горное. Видимо, недавно вот как раз потоками пару недель назад вообще деревья с корнем вырывало. Красота. Это внушает. Ох ты, а тут дорогу срубила. Вы на это только гляньте. Хорошо, что мы сюда вчера ночью не сунулись на машине. Проехать по дорожке. Жесть вообще. Но красиво как. Чудо как красиво. Надо воду эту потрогать маленько. Купаться, конечно, никто не будет. Это прям милое дело. Вот так вот местным тут живется. Природа. Ничего не попишешь. Ничего себе плиту принесло. Это пластик? Нет, это такая керамическая тяжелая плита. Ужас, ужас. Что делается? Хорошо. Только что я был у этой полноводной реки. Качусь чуть подальше в надежде проехать еще километров 5-10. Сколько тут? Вроде 5 километров 10 минут маршрут. И там должна быть то ли более широкая речка, то ли водохранилище, то ли озеро. И очень хотелось бы на это озеро как-то попасть. Если вот я сейчас съезжу на колесе, разведаю, если там интересно, то мы потом туда на машине приедем, встанем и будем там отдыхать. Заодно и доезд проверю, потому что на большом этом 3-метровом высоту фургоне все-таки не везде протиснешься, не всегда это будет удобно. Ну вон тут прям такая деревушечка небольшая, симпатично. Знак камнепад и дорожные работы. Вот тут уже, видимо, цивильненько прибрали так. Но вообще часто вот с этих вот крутых склонов, которые я сейчас проезжаю, очень красивые, конечно. Часто с них падают, собственно, сходит сель какая-нибудь после дождя. Ну вы посмотрите на это, а это же вообще чудесно, чудесно. Так, едем прямо. Отлично. Просто чудесное чудо. Судя по всему, никуда мы не проедем. Потому что там на ограждении стоит дядечка. И дядечка вряд ли пропустит дом на колесах в такую красивую природу. Ну вот тут везде знаки не купаться, и я бы даже и не пытался, потому что это жестко. Я вот качусь, и у меня каждую секунду просто дух захватывает от этой красоты. А запах-то какой! В прошлый раз я так тащился, когда мы с Хеленой в Тонлу ездили в июне, а сейчас уже середина августа. Свежесть. Вон еще один водопад, смотрите. Вот так мы едем. А тут раз и водопадик. Я, конечно, не знаю, как оно там, например, в какой-нибудь Норвегии или Исландии. Говорят, что очень красиво. Но вот в Китае, если приехать в правильное место, которое на самом деле на быстром поезде, это 2 часа езды на быстром поезде, и потом еще час на такси, наверное, добираться. За 3-4 часа можно доехать. Эти панорамы очень хороши. А мне нужно запарковаться. О, пачки, как хорошо. Хорошо, что у меня получилось сюда быстренько проехать мимо дядьки. Посмотреть, покататься. Кто что говорит, ничего не слышу. Ну, плохо, что на машине нас сюда не пустят. И вот я забрался чуть повыше. С Еленой сюда добраться, увы, не получится. О боже, вот это да! Вот это да! Вот это да! Уф! Случилось чудо! И все в такой дымке и в тумане. Взвешенный водяной пар. Я просто невыразимо доволен, потому что такой вид, такая мощь падающей воды, это что-то, это прям шикардос. Вот, а пока будем сейчас спускаться вниз, я постараюсь тоже симпатичный вид какой-нибудь записать, например, вот такой. О, меня, кажется, дождь накрывает. Я думал, это водяной пар, а это самый настоящий дождь. Надо обратно валить. Еще маленечко запишем. Как хорошо. О, дождик, 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 дождик. Я лучше бы возвращался домой. Все-таки вместо гора погодка может меняться, да. Сказать, что это прям горы, но все равно я поднялся над уровнем земли, над уровнем моря, то есть. Сейчас потихонечку буду спускаться. Покажу вам, как местная деревня живет. Вот ручьи, холмы, красивейшие дома, тут же стоят, маленькая дорожка. И вот половодье. Вот так вот тут отовсюду хлещет. А обычно, видимо, вот тут люди могут ходить. Но не сейчас. Ну как же круто, а? Вон огороды, тут же поля. Деревенька. И направо они уходят, а вот так их дома выглядят со стороны. Дома справа, огороды слева и опять ручеек, только уже справа от меня. Влажность, конечно, дичайшая. По-любому тут все плесенью цветет, только в путь, будь здоров. Но очень уж живописно. Думали сюда куда-нибудь притулиться на машине, но это прям совсем чей-то огород, и решили, что лучше не надо. Поищем еще какую-нибудь территорию. Привет! Короче, сегодня второй день. Мы проснулись, я сготовил завтрак, поели. Небольшие накладочки то тут, то там из-за повседневных каких-то небольших неудобств. Но в целом вообще все идеально. Красота! Красота! Погода отличная, природа отличная, дождик капает. Сейчас нам осталось найти сегодня какое-нибудь новое место симпатичное. И все, и мы молодцы. И надо пожарить шашлыки, да? Шашлыки будешь? Yeah, да, буду. We need to make шашлыки first. Санек молодец, очень молодец. Почему? Потому что... Почему? Потому что все хорошо. Потому что Санек мой муж. Санек. Oh. Все хорошо. Все отлично, баба. But when we can go, like, is it possible to pass through? Да, можно. 5 минут. Они сказали 5 минут. Потому что вчера, мы когда сюда приезжали, все было хорошо. А сейчас они сказали 5 минут, потом он уезжает, они тоже уезжают, и мы поехали. The speed of them clear out the road is very, good, right? Very efficient. Pretty good. Yeah. Adventure! Look at this big stuff. What? Baby, if I witnessed it yesterday, absolutely not going there. Да, потерял, да, дьявола. Оп, 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 давай, 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 давай. Чаю, чаю. Молодец. Поехали. That's really impressive. Oh, they're fixing the railway, right? Yeah. And that's how the bamboo forest we got here. Ah, beautiful. I hope this road is the honest one. It's great, baby. You're not scared, right? I was a little bit scared, like with that part without any fence. Really looks similar to Yangshuo. Yeah. Yeah. Ah, so beautiful. That's gorgeous. He said, "Thank you." Can they actually go down from here? You can blink down, Papa. I mean, is it swimmable or not really? Not really, right? If local people are living here, it's definitely swimmable. Mm. We can even stop here, baby. Мы аккуратненько поставили машину тут. Да, Хелена? И я решил съездить на разведку. На колесе, можно ли отсюда добраться до водоема. А почему? А потому что вид тут ну просто обалденнейший. Такая терраса. Снизу народ огороды делает. Ну вообще просто... Просто шоколаднее некуда. Ай, запашелло-то какой! Запах! Вроде стройка какая-нибудь идет. Мусор. Видимо, местные сюда мусор возят. Свиньи. Это уже пешком ходьба. Тут уже чьи-то дрова лежат. И все. Приехали. И чьи-то огороды опять. К сожалению, спуска не обнаружилось. Спуска к воде. Поэтому я возвращаюсь к нашей машине. Но оно того стоит. Такие виды стоят того, чтобы ради них... иметь свободу передвижения с машиной и моноколесом. Это прям вышка вообще. Ну, посмотрите. My GPS says, baby, it's a wrong way. Вот мы наконец и встали. Встали мы где? Мы встали. Мы наконец встали в живописном месте. Вдали от всяких парковочных площадок правильных. Рядом с речкой, рядом с лесом. Недалеко от дороги, недалеко от мусорки. В общем, все как мы любим. И вот она, наша машина. Внутри мы отдельно еще все покажем, как она, маркиза стоит. Это вот этот вот тент, если что. Вещи на нем уже сушатся. Тут у нас столик разложен с парой стульчиков. А тут у меня уже мясо жарится. А если вот так вот пройти чуть-чуть, то тут откроется очень живописный вид на бурную речку. На бурную речку. И не только на речку, но еще и на волшебной красоты чудесной местные холмы. Волшебные красоты чудесные местные холмы, да? И там вот если открыть так задние две двери, то вид будет прямиком вот на этот живописный холмик. Красота! Это мой персональный пул. Пул, в смысле бассейн. Вот тут. Туда я точно не пойду купаться, слишком бурно и опасно. А тут вот прям идеально. Санёк, washing clothes. И постирать, и помочить, и все, что нужно, все сделать. Вот так. Хорошая у нас палатка тут, конечно. Себя машина оправдывает. Вон Хелена потихоньку еду выносит. Уф, красота. Красота. Именно этого мне и хотелось. А, тащила. Это кадушка. Life is great. That was worth it. I'm totally happy. How much money you paid for? Много, да? No. Where is your drone this time, Papa? Drone this time is somewhere there. I hope it's in the field over there. But... Вот где-то вот тут мой дрон и почил. Вот туда врезался, в эти крестовины. Причем одну я из них, видимо, пролетел, а вторую уже нет. И потом вот так вот плюх, и прям в центр, походу, речки. Без шансов. Я думал, может, еще вон туда, в поле, на тех крестовинах упал. Не, однозначно на эти и сюда. Это я уже по показаниям посмотрел. По показаниям приложения GPS-навигатора. С той стороны я стоял, показывала дальше. С этой стороны я стою, тоже показывает дальше. Так что в центре я, конечно, не полезу, смысла никакого уже нет. Ну, вот так. Если хозяин дурак, то дрон свой провод найдет. Угу. А вокруг по-прежнему красота. С добрым утром, страна! Когда страна проснулась и вот так встала с кровати, разложила подушки на места, страна просыпается и идет на выход. Проходит мимо кухонки слева, обычно мы сейчас, и мимо туалета справа. Умылась уже страна на улице, поворачивается к выходу и спиной выходит. Тут проходит мимо столика страна, встает на ступеньку, которая выезжает, а потом страна идет завтракать. Завтраком, который... страна уже приготовила чуть пораньше. Тут у нас на завтрак аппетитное крошево из яиц, лука, помидоров и мяса. Да, Хелена? Да. Да. А еще у нас тут есть кофе утренний. Тут у нас сохнут вещи. Маркизу пришлось убрать, потому что вот та дорога вся была затоплена. Уровень воды был выше дороги. И по ней было даже тяжело проехать. Машины, собственно, и не ездили по ней, чтобы их не смыло. Зато сейчас уровень воды упал, дорога открылась, и поэтому возобновилось автомобильное движение, и мы были вынуждены маркизу убрать. А раньше вот она вот так лежала, и бамбуком мы огораживались. Все, а сейчас мы будем кушать. И вот, наконец, наступил момент, предпоследний день нашего путешествия. Завтра утром мы будем уже возвращаться в Шанхай. Мы сделали все домашние дела, нашли нужную точку, приготовили поесть, покушали туда-сюда, все вот эти вот организационные моменты. Я уже даже дрон умудрился утопить в реке. Поэтому больше нечем заняться. И, соответственно, сейчас я наконец-то сниму видео и покажу, как выглядит наш автомобиль. Наш дом на колесах. Китайский бренд Maxus. Не знаю, что вот это за значок у него такой. Надо будет посмотреть. Ну, видимо, Maxus он и есть. Maxus. Maxus написано вон там еще на крыше сверху. Мы его вот так по периметру обойдем. Маркиза, которую я еле-еле выкатил, чтобы машины проезжали. Столики со стульчиками, конечно же, тут у нас импровизированная сушка. На крыше люки, батарей на крыше, по-моему, нету. Ну-ка, давайте заберемся сейчас на этот постамент. Оп! А, вот это кондиционер там еще стоит, но это кондиционер, он такой, насколько я понимаю, он стационарный. Чтобы им пользоваться, нужно подключаться по дыркам снаружи, по интерфейсам снаружи. Топливный бак на дизеле ездит. Закрываем дверь. Закрываем дверь. Ступенька уехала. Вот это бак для воды. Сюда мы еще ни разу ничего не заливали, потому что наши 150 литров даже еще близко не закончились. Окошек тут, к сожалению, нет. Очень бы хотелось окошки, чтобы открывались, и на них была бы москитная сетка. Ну вот это недочет. Тут у нас дырка под электричество, розетка стационарная, и подзарядиться. Это вот на стоянку, на кемпинг приехать, воткнуться, и тогда даже кондиционер будет полноценный. Вот, но мы по стоянкам не любим ездить, нам это не интересно. А дырка для туалета, обычная туалетная кассета, нажимаешь на кнопку, чик, открываешь, вытаскиваешь, опорожняешь, споласкиваешь, вставляешь обратно. Наверное, еще химию засыпаешь, но нам химии не дали, поэтому мы просто почаще его споласкиваем, там раз в день, раз в два дня. Это шторки такие, причем шторки, вот это дневная шторка, а вот это ночная шторка, чтобы ничего видно не было. Забавная штука. Водительская дверь, все в целом как обычно. Обычная такая газелька, условно говоря. Тут шторки, которые отделяют жилую часть от нежилой. Пол ровный, проходить удобно. Вот водительское сиденье, садишься и потихонечку на этом дизеле тарахтишь. Скорость. Я максимум разгонялся по хайвею 120 км в час, больше нельзя. Больше в Китае запрещено ездить быстрее. Немного неудобно мне вот эта центральная панель. Невелика беда. Как открывать маркизу? Вот такой коловорот. Коловорот его крутишь двумя руками. Он за вот этот шпинек зацеплен, вращается, и маркиза потихоньку выдвигается. Открываем, оп, ступенька выехала, это, конечно, круто. Мы снимаем обувь вот тут на пороге, внутри мы ходим босиком. Вот этой тряпкой у нас пол весь вытирается, вот в таком режиме. В целом можно впятером ездить официально. Но так как это арендованная машина, под нас мы бы себе только 2-3 сидушки брали. Сохранили бы место, и вот тут бы увеличили кухню. А так получается, даже если спинку сложить, то тут места почти нет. Тут у нас, собственно, плитка, которой мы ни разу не пользовались, нам говорили, она такая медленная, не очень хорошая. И поэтому нам дали газовую плитку, мы баллонов купили, и все. Душ, который кран, и он же и вынимается, можно его наружу вынуть, что-нибудь помыть, если нужно. Это очень удобно. Тут пониже у нас вот это выключатель, вход в туалет. Тут, наверное, вот эти все варочные панели, площадки. Это ящички для барахла. Еще один ящичек для барахла, я так понимаю, потенциально. Тут может газовый баллон стоять, если бы планировка это предполагала. Холодильник очень неплохой. В холодильнике у нас, например, поместилась вон колбаса, джем, молока, несколько пакетов, даже морозилка есть для мороженого. Оно все такое маленькое в целом, то есть тут высота полметра, наверное, но холодит отлично. Мы тут мясо замариновали, держали его долго. И ничего ему не стало. Над холодильником и над плитой, над сидушкой пассажира. Один ящик с фруктами у нас тут. Второй ящик, чьи пара проводов. Крючки складные, кстати, удобная штука. Тут, собственно, примерно то же самое. Туда Хелена свое барахло сложила, а сюда я складывал свои гаджеты и дрон, пока он у меня не пропал. И вот в этом, на отголовном пространстве, тут никакой кровати нет над водителями, алькова такого, алькова нет. Тут есть только глубокая ниша для всех вещей. Она выглядит мелкой, но на самом деле вообще все барахло влезло, и еще можно в 2 раза больше набить. Мне понравилось, что можно вот так еще проходить прям и на водительское место, и все, ты сел и поехал. Это удобно. Такие палатки, дома на колесах устанавливаются в пикапы, и сообщения между кабиной и грузом пикапа нету между. Я думал, это тоже довольно удобно, и, наверное, это тоже довольно удобно, но иметь возможность вот так до водительского сидения пройти назад, что-нибудь забрать, не выходя, особенно если снаружи дождь или другая непогода, прям очень приятно. Что у нас тут под столом? Под столом это мое моноколесо стоит, маленько фруктов. Вот тут вся электроника, ниш особо нет. Вот там куча всякой электроники. Я по электрической части особо не силен. Стоят некоторые какие-то батареи, какой-то инвертор солнечных батарей нет. Поднимаю наверх над дверью, и тут у нас датчики. Видимо, какая-то родная железка их. Воды у нас все еще больше 50%, мы каждый день мылись, душ. Экономно пользовали воду, но вот 2 дня мы катаемся, у нас еще половина воды осталась. То есть раз в 3 дня, если воду пополнять, вообще без всяких проблем. Если экономно делать и рядом с речкой жить, то можно и раз в неделю воду заливать, беды не будет. Освещение, свет внутренний, свет наружный, свет снаружи под маркизой, насос на воду. Это включить инвертор, чтобы заряжать 220. Тут я еще не понял, можно ли использовать его не во включенном виде, или надо обязательно заводить машину. Тут мы еще как-то опасаемся, довольно часто машину заводим, чтобы кондер включить или еще что-нибудь. Холодильник у нас всегда работает, он почти ничего не жрет, спутника, интернета тут нет в этой комплектации. Горячая вода, если нужно. Нагревается весь бак, нагревается долго, но если нужно, то нужно. Сейчас лето, жара, поэтому мы не используем. Ночной режим. И 12 вольт это как раз вот всякие мелкие лампочки, холодильники и так далее. Кнопка на полный blackout, если нужно. И вообще в целом стоит сказать про этот автодом, то он очень усредненный. То есть он подойдет многим, потому что это он для сдачи в аренду. Но он не идеально не вписывается там под мои нужды. 2 человека, например, я с Хеленой. Или кому-то надо 6 человек, а тут всего 5 мест. А вот такое вот усредненное что-то. Поэтому из минусов, например, тут... москитных сеток почему-то не хватает, по какой-то причине окна не везде открываются, как я бы хотел. Кухня прям совсем маленькая, вытяжки над кухней нету, только батарея и вот такой светильничек, что как бы приемлемо, но не идеально, но приемлемо. Открываю туалет. Туалет, он довольно объемный, он занимает ну, где-то метр, может больше. Тут вполне достаточно пространства для вот просто душевой кабины. Я зашел, встал. Есть места очень много вот тут над самим туалетом. Тут классное такое зеркало. Зеркало со шкафчиками можно открыть, положить всякие штуки. Тут у нас вентилятор над нами. Вытяжку выдувает с люком, лючок приоткрывается. И в целом вот я стою, могу дверь закрыть. Дверь закрываю. Давайте вот так поставим. И вот я спокойно моюсь. У меня рост 1,80 м. Надо мной еще 5 сантиметров, наверное. То есть было бы 1,90 м, мне бы приходилось приседать. А так я прям стою без всяких проблем. Вот я могу в центр комнаты встать. Тут душик поставить. Под него так присесть маленько, помыться, стоя со всех сторон. Вообще без проблем. И еще есть маленький вот тут вот рукомойничек, но он прям совсем крохотный. То есть он совсем крохотный, тут надо как раз... аккуратненько именно мыть, чтобы чисто так руки намочить чуть-чуть, иначе все падает туда. Но там тоже не беда, потому что это так-то это душ. И даже если он влажный, это не проблема. И душевая кабинка, которую можно закрыть, и все. Туалет, как всегда, поворачивается, открывается. Открывается вот там дырка. Сам туалет. Смываешь на кнопку, делаешь дела все свои. Закрываешь задвижку и все. Потом кассету снаружи вытаскиваешь, ополаскиваешь, вставляешь обратно. Тут спальня. Тут недвижимый кусочек матраса вот тут. Потом тут вот такой матрас, кусок подвижный. И там опять неподвижный. Штука в чем? Штука в том, что обычно, вернее не обычно, а довольно часто что делают в таких фургонах. В них вот эта центральная штука полностью вынимается. И как будто бы это становится диваном. Но тут идея немного другая. Тут идея такая, что под матрасом можно положить кучу всякого барахла. И его действительно можно положить. Вот у нас один наш чемодан, туда второй такой без проблем влезет, третий даже. Там всякие еще катушки, воду наливать шланги и катушка-удлинитель, розетку втыкать. То есть мне в целом понравилось, что тут большое багажное отделение. Доступ к нему только не самый удобный, но в целом я вот вытащил одну деревяшку, приноровился. И вот после того, как мы открыли дверь, можно заходить, ложиться поперек на кровать и смотреть на чудесный вид. И вот это того стоит, я бы сказал. Ощущение интересное, потому что ты лежишь в кровати. Кровать в длину где-то чуть больше 1,80 м. То есть, если я ложусь... А, кстати, надо мной еще вот тут такая ниша. Спереди еще такая ниша. Вот, тут тоже барахла лежит. Это кондиционер такой мощный. Над нами еще вентилятор, который 12-вольтовый, и можно, не запуская машину, его заводить. И лягу вот так по стойке смирно, касаясь пальцами ног. То вот тут головой. Вот этого ребра я буду касаться. Вот этого ребра я касаюсь. А вот этого я уже не касаюсь. И если сюда положить подушку, чтобы об нижнее ребро головой не биться, то вот я в углубление ложусь. Пальцы ног у меня в расслабленном состоянии едва-едва вот они задевают. То есть вытянуться, вытягивает, то, конечно, да. А вот если просто расслабиться и лежать вертикально, даже не сгибая в коленях, ну вот они честные, 1,80 м, 1,82 м, наверное, тут. То есть можно и пониже лечь, и ноги там наверх поставить, и немного по диагонали развернуться, благо Хелена 1,55 м. То есть вот один человек ложится на вот такую ширину, условно по стойке смирно, да? И второй человек такого же размера, то есть рядом меня еще положить, и было бы довольно неплохо. Ну а раз Хелена чуть-чуть пониже будет, чем я, то получается очень комфортно. И вот так вот лежать на природе с одеялами, с подушками, с матрасами, под шум этого ручья, это прям прелесть. Синее небо, красота. Вот так вот дотягиваешься до кухни, например, берешь какой-нибудь напиток свой, вот так вот ложишься сюда и пьешь. Есть, кстати же, у меня видео, как мы жили в 10-метровой на 10 квадратных метров небольшая квартира. Вот этот опыт тут вспомнился, потому что я вот прохожу из-за немного дурацкой планировки. Не дурацкая, из-за того, что она рассчитана на 5 пассажиров. Я прохожу, а места уже немного. Если Хелена заходит вот так в туалет, то вот тут на кухне уже стоять не очень удобно. Если открыт вот этот один из верхних шкафчиков, то дверь в туалет тоже уже по-дурацки так закрывается наполовинку. Надо координировать. На двоих еще нормально. Если народу больше, то это было бы уже проблемой. Угу. Ну, наверное, с ребенком еще нормально. А вот 3-4 взрослых тут это такое себе. И что бы я в целом хотел сказать про этот автодом? Конкретно про этот я им в целом доволен. Арендуем мы его плюс-минус за 8-10 тысяч рублей в сутки. Что, конечно, дороговато, абстрактно дороговато. Потому что можно за эти же деньги, например, арендовать машину обычную легковую или взять билеты на скорый поезд, доехать до примерно той же самой природы, заселиться в отель, который будет в 2 раза дешевле, чем аренда автодома. В отеле за тебя все сделают. Причем в Китае туризм внутренний очень развит и очень много маленьких отелей, гостиниц. То есть в целом в Китае мне, находясь недалеко от Шанхая, в 3-4 часах езды, раньше было всегда довольно сложно найти место, где бы отелей не было. И поэтому какой-то нужды, если хочешь выехать на природу, то нужды брать машину даже особо не было. Приехал на вокзал, сел на такси, доехал, вот ты в отеле, живи на здоровье. Вот у тебя там вокруг похожие холмы, похожие речки. Но, большое но, в отеле ты живешь как пакетный турист. Очень похоже на это. Потому что ты посреди города или ты там на каком-нибудь отшибе. Вокруг вот у тебя несколько холмов, один какой-нибудь туристический автобус, такси куда-нибудь можно взять. И все равно ощущение, что ты вот... Мы с Хеленой, по крайней мере, так отдыхаем, потому что, понятное дело, разные люди по-разному отдыхают, и кто-то приезжает и сразу в горы и пропал. Но Хелена привыкла к комфорту городскому, да и я в целом комфорт ценю. И поэтому нам совсем в дичь переться и в дичи самим жить без цивилизации не очень удобно сейчас, по крайней мере. Может быть, потом, когда Хелена чуть-чуть привыкнет. И поэтому нужен какой-то комфорт. Отель дает комфорт, но мы, получаемся, к этому комфорту привязаны. То есть мы заселяемся в отель и там живем. Погуляли маленько, начался дождь, открыли зонтики, час погуляли, промокли, надоело, пошли в отель. В отеле душ, там электричество, туда-сюда, все это приятно. но потом лишний раз выходить уже особо и не хочется. То есть, ну вот ты посмотрел холмы, что еще делать? Да вроде уже ничего и не надо. И так хорошо, пошли в отель, пошли в отель. И получается, что мы сидим в комнатах больше, чем мы бы находились на природе, например. Довольно часто такое выходило. Поэтому для меня рассматривать дом на колесах как отель, это будет неправильно. Ключевое отличие для меня, конечно же, я только про свой опыт говорю. Дом на колесах — это как палатка, а отель — это как ты к бабушке приезжаешь в гости. В отеле за тебя все сделают, тебя накормят в ресторане, только деньги плати, конечно, уберут, помоют, хорошо, удобно, комфортно. Ну и все, и ты как бы к этому остаешься, получается, привязан. Больше особо ничего нет. А дом на колесах — это твоя палатка. И когда я начинаю сравнивать дом на колесах с палаткой, а не с отелем, это начинает иметь гораздо больше смысла, потому что, когда ты путешествуешь с палаткой, ты за все ответственен сам. Ты берешь с собой еду, ты берешь с собой все приспособления для готовки, ты ищешь места для личной гигиены, туалетов, ты выбираешь, где ты будешь ночевать, как ты будешь ночевать, с кем ты будешь ночевать, любой вид. То есть отель ты за собой не потащишь же. Вот он там стоит, ты хочешь другой вид — переселяйся. Переселяться — это значит, нужно паковать все вещи, вызывать такси, все складывать, потом приезжать, раскладывать и так далее. С палаткой ты все скинул в рюкзак, перешел, разбил лагерь, все, ты в новом лагере. С домом на колесах ситуация как с палаткой, которая ездит сама. И которая по удобствам, если все правильно сделать, почти как отель. За исключением того, что придется самому готовить, убирать, мыть, следить за зарядом батареек, следить за наполнением туалета. Ну, в общем, вот эти вот все домашние дела. Но в остальном вот мы потратили там пару часов, во всем разобрались, скидали внутрь все вещи, разложили все по полочкам. И все. И потом начинается приключение. И прелесть такого приключения в доме на колесах, что оно уже начинается во время дороги. И значительная часть этого приключения — это именно дорога. И когда дорога пролегает по вот такой природе, когда ты едешь мимо всех вот этих ручьев, это очень завораживает. То есть хочешь ты купаться — остановился, искупался. Хочешь посмотреть на небо — остановился, смотри на небо. Понравился тебе какой-то лесок — заехал в этот лесок. Я не знаю, вот хочу я сейчас в речке искупаться, я пойду искупаюсь. Плюс рядом с отелями обычно, это уже специфика Китая, не России, конечно. Рядом с отелями обычно все так более-менее огорожено, везде стоят знаки, что купаться запрещено. Больше запретов, больше надзора, больше цивилизации. Домом на колесах мы можем упереться в какую-нибудь глушь, или, как сейчас, мы стоим на окраине города, за городом. Тут вот есть чей-то только один домик, и, собственно, все. Больше вокруг ничего нет, кроме проводов и холмов. И мы тут стоим, речка шумит. Купаемся мы тут, не купаемся, всем вообще по барабану. Захотели, вон шашлыки сделали, тут же рядом костер развели, никого это не колышет. Если есть желание, наверное, больше отвечать за свой отдых и иметь возможность больше влиять на то, как именно он проходит, и быть менее привязанным географически к одному месту, собственно, в этом и вся суть. Если достаточно для удовольствия приехать в одну точку, в один отель, или там в два отеля переехать за пару недель, посмотреть на все вокруг и вернуться домой, то морочиться с домом на колесах оно того не стоит. Но если интересно именно такое дорожное приключение, что ты едешь, смотришь, открываешь новые места, останавливаешься, фоткаешься, тут же разводишь костер, готовишь поесть, засыпаешь, просыпаешься с видом вот на такую замечательную речку без людей вокруг, то оно того стоит. Оно того стоит, хоть оно и по деньгам, например, в Китае получается раза в два дороже, чем если бы мы просто как цивилизованные китайцы гуляли по обычным достопримечательностям. Но я доволен. Я доволен. Сегодня мы, скорее всего, с этого места, может быть, даже никуда не поедем, потому что уж очень мне тут нравится. А может и поедем. И в этом тоже прелесть дома на колесах. Ты не знаешь, где ты окажешься в следующий раз, и тебе даже не нужно это планировать, потому что у тебя всегда все с собой, и ты всегда ко всему готов, и это приятно. Тебя ничего не ограничивает, помимо того, что ты уже учел. То есть, если ты уже учел еду, воду, электричество, газ, все вот эти дела, то во всем остальном у тебя полная свобода. А еще я хотел сказать о том, как классно брать с собой моноколесо. Прелесть в чем моноколеса? Достал, сел, встал. И поехал, куда глаза глядят, быстро разведал все места. У моего колеса запас хода 80 километров, и мы вот на 3 дня поехали, я еще даже третий не искатал. Маленечко захотелось погулять по горам, достал, погулял. Захотелось что-то разведать. Машину поставил, по окрестностям поездил, заехал в какие-то пуждуки, куда большой фургон не проедет. Все посмотрел, что понравилось, подметил. Вернулся, сел за руль и привез, собственно, весь свой дом на колесах в нужное место. И это интересно. Такая свобода, она меня вдохновляет. Да. Поэтому всем путешествий, неважно каким способом, образом, путешествуйте, катайтесь на машинах, на колесах, ходите пешком, в горы, в леса, холмы. Главное, безопасно и весело. А я пойду купаться. Хорошо. Фух. Посмотрите на красоту. Сука. Helena запаркована, а я катаюсь на колесе и потенциально смотрю что-нибудь более симпатичное, чем мы где уже сейчас. Вот симпатичное озерцо, но вода очень мутная, и это на самом деле дамба, на которой ведется круглосуточное видеонаблюдение. Вон слив воды в ту сторону идет, видно отсюда фонтанчик. Ну и в общем запрещено тут купаться, ночевать. Поэтому я отсюда сейчас поеду. И пока я еду, маленько покажу, как это красиво все выглядит. Это очень крутой такой спуск. Мне бы на нашей высокой машине, наверное, было бы даже страшновато тут ехать. Она бы, конечно, проехала, но мне было бы некомфортно. Вот. А сейчас я буду крутить пятаки по местным горам. Можно какой-нибудь полноценный аниме-трек ставить. Инишел. Буквально таю от таких видов. Смотрите, какая прелесть. Я просто таю от таких видов. Настолько это симпатично, настолько хорошо. Зелено вокруг. Воздух свежайший, машин практически нет. Вокруг леса. Хочешь, вон иди, пешком ходи. Главное, бамбук не режь. Они тут предупреждают, что бамбук не резали. Вот мы потихонечку, я въезжаю в какой-то город. Не город, а деревенька небольшая. Прям просто ух! Награда вообще мне. За терпение, наверное, и иначе. Не знаю, за что награда, но за что-то мне вот такая награда дана природой сегодня. Ух ты, какая дырка в асфальте. Огороженная, все как полагается. Ну вот, обратно возвращаюсь. Мороженое купил в магазинчике. Сейчас приеду. Прям лепота вообще. все хорошо. И погода хорошая, и настроение отличное, и моноколесо везет, и дом на колесах удался. Прям вообще все идеально. Ну, разве не красота? Смотрите, какая лепота вокруг. Нашел симпатичное место, пока на колесе катался. Прям лепота. Не знаю я, конечно, поедем сюда или нет, но вид тут просто великолепный. Короче, это дамба. Это дамба, вот это вот такое озерцо небольшое, несколько мутноватое. А там дальше, ниже по течению, вот там. Это дамба. Ай, хорошо как, а. Все вот эти ручейки маленькие. Небольшие. Все это такое красивое. За мной вот там в зарослях какой-то водопадик. А я сейчас, видимо, в какую-то гору еду. Маленечко по гравийке, особенно по мелкой, страшновато на колесе ехать, потому что момент у колеса большой. И его, в принципе, может... О, ничего себе, сколько бабочек. Его может вырвать, если резко крутануть куда-нибудь. Но зато он в горку прет без всяких. Вот я сейчас еду в горку. И на велосипеде тут можно было бы, конечно, ехать, но неприятно. А на колесе приятно. Это вам не асфальт, но тоже очень даже ничего. А вот моя награда за долгую езду. Ух ты, кузнечик на мне сидит. На коленке сидел. Моя награда за долгую моноколесную езду по гравийке. Ну прям, ну смотрите, какая лепота. Это же вообще праздник какой-то, и небо еще синее такое. И озеро. Эх, я прям в грязь заехал. Вставать только особо вот негде на машине, но в целом можно притулиться, наверное, куда-нибудь. Или нельзя. И мало удовольствия будет по камням вот этим сам скакать. Ага, плавать нельзя, ничего нельзя, но мы и не будем. Нам от этой штуки ничего не надо. Вот, красиво выглядит. В этот раз прям очень удачно получилось забраться на какую-то гору на колесе. Прям нормальная такая уже высота. Это вот оттуда, с самого низа я приехал. И сейчас буду потихонечку спускаться. Виды, как всегда, потрясающие. Я прям... Как всегда, на моноколесе я чрезвычайно доволен и рад. крутые, потому что, ну вот вы посмотрите, разве это не круто? Это же фантастика. Оно и пешком, конечно, по таким местам классно погулять. Но на колесе это как пешком, только не устал. И не только не устал, но и вместо целого дня ходьбы по горам, и там ты прошел 30 своих километров, да, прошагал вверх-вниз. На колесе проезжаешь 50 километров за пару часов и доволен. Ну, по таким горам, конечно, не 50 километров проедешь, но все равно. Суть в том, что можно еще кучу других дел успеть за день, и все порадуются. Например, сегодня, помимо великолепной готовки на костре, вкуснейшей, как всегда, я какое-то крошево сделал из того, что было. А не могу не показать. Вот за мной дамба, я надеюсь. А, ее не видно, уже кусты загородили. А передо мной, вот смотрите, какой огородик симпатичный. Это чей-то огород. Вообще цвета, цвета-то какие. Солнышко сегодня прям в руку, что называется. Как сон в руку, только солнышко в руку. Потом купили мороженого, поели. Потом я нашел еще одно какое-то место покупаться. Там я уже понырял, потому что там глубина была 1,5–2 метра. Нанырялся. Сейчас вот пошел еще кататься, увидел дамбу. Даже 2 дамбы уже увидел. Поднялся на бамбуковые холмы, эти горы. Оценил небольшие водопадики. И все это за полдня. Несмотря на то, что я, конечно, потный, потому что просто жарко. Но, блин, это великолепно. Я тут, в общем, все колесо рекламирую, потому что слишком уж оно меня радует. Одна из лучших моих игрушек в жизни, наверное. Но на самом деле не колесом единым. Главное, получайте удовольствие от того, что делаете. А если вы что-то не делаете и получаете от этого удовольствие, то это тоже неплохо. Это тоже надо уметь. Привет! Helena, how do you like this trip? Awesome view, Baba. Huh? Awesome view. View? Yeah. What else? What you like, what you don't like? Tell me everything. I like that the bed is comfortable. I can sleep very well. Okay, bed is comfortable. And I like that my baby finally cooks every day. And I like that we actually got some freedom to explore here and there. What I don't like is the long preparation. I feel not comfortable with the car. With this car? Why? Just, you know, like, it's small and always hitting the head and hitting the rubber and hitting everywhere. Because the space is very small. And because the corners are not rounded, actually. But if it's rounded, I think with such small space, like we can still heat quite often. But though space is very small and toilet is very small, and we cannot use. Really, I thought toilet is so good and big. No, toilet is small. Really? You always heat the glasses, like heat something around when you're actually in the toilet. My question is, do you see any additional benefit of having the car, or you could have exactly the same fun or even better if you would just stay in 1 or 2 hotels? I mean, for 3 days quick journal, I don't think we need this big car. It's comfortable, yeah, but I mean, for 3 days, like around Shanghai, like everything is very comfortable, hotels and everything. We can easily rent a car and even bring our own tent. Only because of this car, like costs a lot on renting. It's worth it if you have a like long journey, like up to 7 days or even 2 weeks. Like, would you be able to tolerate it for 2 weeks? To go to some far Mongolia or Tibet or something, not really? Yeah, but it could be very interesting for other people. For other people, not for you. What do you need to get ready? I think I need bigger space. Bigger space inside? Makes sense? Good trip anyway, right? Yeah. A good adventure. New experience. My son looks happy. Ah, that's right. That's right.